Крайне хороший и обучающий бой на Progetta 46. При сетапе 4x4 СТ-шки, разумеется, наш герой приехал на свое направление. Обратите внимание, он не входит в азарт, он отдаляется от эпицентра события, чтобы не потерять хп в начале боя, которое, уж поверьте, ему еще пригодится. Направление явно слито. Несмотря на получение урона, он бежит к оставшимся союзникам и по пути добирает своя. Сейвится в безопасном месте и здесь, мега подкрутка с французом, но наш герой не сдается и добирает сразу двух врагов. 4 фрага в копилке и остался 1 против 3. Добивает шотного феникса и 2 фуловых тяжелых танка, реально проблема. Красиво перекатывает точку С и немного снимает очки прочности совка. Он не рискует сближаться. Наш герой знает позиции двух врагов, дает шальную тычку льву и забывает про вражеского совка, от которого самую малость с везением получает непробитие. Выдает целый барабан в ответ и сейвится за укрытие. Важно, обратите внимание, чем занимается лев. Он поехал брать точку в противоположную сторону карты. Наш герой спокойно добирает потерянного КВ-3, берет точку для набивки последних 5 очков превосходства и побеждает этот тяжелый бой. К сожалению, Росиния взять не удалось, но металь Пула и Колобанова в одном бою, да еще с кучей урона, тоже красиво. А вот не ставить лайки под видео — это уже некрасиво.